Ложить. Сегодня видео для Диля 96 Сабирахунова. Уважаемые подписчики, обычно я объясняю значение каждого глагола, но объяснение каждого глагола – это долго и нудно. Давайте сегодня сделаем по-другому. Я не буду объяснять каждое значение, а просто покажу на примерах. А вы скажете, так лучше или нет, хорошо? Ложить. Этот глагол в настоящем времени сейчас практически не используется. Вместо него используется глагол «класть». Класть деньги на стол. Класть что-то на место. Класть белье в комод. Класть платок в карман. Класть сахар в чай. Класть масло в кашу. Класть деньги в банк. Класть оружие в сейф. Класть кого-то в больницу. Класть ребенка в постель. Класть в стену. Класть в фундамент. Класть на чью-то критику. Класть на замечание. Класть линолеум. Класть ковер. Класть руку на плечо. Класть ноги на стол. В настоящем времени я кладу. Ты кладешь. Он, она, оно кладет. Вы кладете. Мы кладем. Они кладут. Ложиться. Ложиться спать. Ложиться на пол. Ложиться в больницу. Ложиться на операцию. Снег ложится на землю. Мы вышли и можем ложиться на курс.
Вместе с тем, такая система не должна ложиться излишним бременем на участников договора. Вложить. Буду рад вложить рекомендательное письмо в ваше личное дело. Тебе нужно вложить лишь часть. Немногие сегодня могут вложить такую сумму. Именно поэтому я решил вложить все силы в свой роман. Он попросил их вложить фотографии в конверт. Эту сумму он собирался вложить в ресторан. Выложить. Просто на сайте знакомств надо выложить свою фотографию. Ты всегда можешь выложить это в интернет. Пожалуй, пришло время выложить ей всю правду. Выложить содержимое из карманов на стол. Мы договаривались просто выложить запись. Ты забыла выложить покупки, когда пришла с работы. Он готов выложить миллионы за это. Нет, ведь тогда придется все им выложить. Все карты нужно выложить на стол. Можете выложить мою одежду. Когда вернемся, можно выложить это на стол. И сколько же тебе пришлось за это выложить? Доложить. Об этом он обязан немедленно доложить начальнику станции. Я хотел бы доложить, что господин президент. Я должен доложить. Разрешите доложить. Заложить. Заложить проем кирпичами. Заложить дыру обломками.
после взрыва у них заложило уши. У меня высокая температура и заложило нос. Заложить фруктовый сад. Заложить имущество. Заложить взрывчатку. Заложить ремонт в смету. Мы можем их заложить. Я тебя заложить за это должна. Заложить руки за голову. Заложить прочную основу для развития. Наложить. Наложить пюре. Наложить макияж. Наложить шов. Наложить звук. Наложить штраф. Наложить заклятие. Наложить взыскание. Наложить запрет. Наложить в штаны со страху. Это значит очень испугаться. Обложить. Обложить налогом. Обложить камнями. Обложить приправами. Обложить плиткой. Обложить матом. Это значит оскорбить кого-то ненормативной лексикой. Положить. Совершенный вид глагола. Используется в тех же значениях, что и глагол «класть». Поэтому мы должны положить этому конец. Мне надо положить это к остальному. Сначала нужно положить масло и сахар. Мы должны положить это под микроскоп. Надо положить резиновый коврик. Куда телефон можно положить?
Он положил бумаги в ящик стола. Положить начало модного движения. Положить кого-то в перестрелке. Это значит убить кого-то в перестрелке. Мы давно положили на них. Это значит, мы не обращаем на них внимания, не учитываем их мнение. Нам на них наплевать уже давно. Подложить. Мне нужна тетрадь, чтобы подложить под лист. Жалко, что нельзя подложить одеяло. Любая из этих групп может подложить бомбу. Я не хотел подложить свинью своему лучшему другу. Кто-то пытался подложить яду в корм нашей собаке. Дайте мне что-нибудь подложить под голову. Предложить. Могу я предложить тебе чаю? Предложить кому-то контракт. Предложить решение. Предложить сделку. Предложить свои услуги. Предложить кому-то поесть. Предложить тост. Предложить что-то на рассмотрение. Предложить поправки. Предложить программу. Предположить. Я могу только предположить, что в этом причина. Осмелюсь предположить, что она ищет что-то. Рискну предположить, это то, что мы искали. Могу предположить, что это болезнь. Приложить. Приложить подорожник к ране. Приложить ладони к вискам. Приложить письмо к рекомендации. Приложить цветы к подарку. Приложить усилия.
приложить ресурсы. Проложить. Проложить дорогу. Проложить трубопровод. Проложить себе путь. Проложить шоссе. Проложить утеплитель между стенами. Проложить курс корабля. Переложить. Переложить свои обязанности на кого-то другого. Переложить вещи в другое место. Переложить крышу. Переложить записи на бумагу. Переложить яблоки бумагой. Переложить тарелки бумагой. Разложить. Разложить игрушки на столе. Разложить папки по алфавиту. Разложить диван. Разложить чемодан. Сложить. Сложить игрушки в коробку. Сложить коробки друг на друга. Сложить зонтик. Сложить лист бумаги. Сложить полномочия. Сложить с себя ответственность. Сложить два числа. Сложить три и пять. Уложить. Уложить вещи в чемодан. Уложить рельсы. Уложить дрова. Уложить ребенка спать. Уложить одним выстрелом. Это значит убить кого-то одним выстрелом. Пока все. Всем спасибо.